В эфире Первого канала стартовал очередной выпуск музыкального шоу «Перепой звезду», где в жюри заседают Надежда Михалкова, Лариса Гузеева, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский. В этом выпуске с известной композицией «Город», которого нет, выступил 56-летний Игорь Ларин, а звездой, которую ему необходимо было перепеть, стал певец Юлиан. Несмотря на то, что артисты спелись в дуэте, все же перепеть Юлиана Ларин не смог. Лариса Гузеева оценила дуэт наиболее строго, сказав, что ей не хватило трогательности и эмоциональности. По ее словам, она очень хорошо знает данную композицию, потому как с ней связана ее личная история. Песня посвящена родному городу артистки Санкт-Петербургу. «Я там бываю на гастролях и по приезду стены целую и очень дорожу всем. В этом городе я встретила свою любовь и родила сына. Сердце сжимается, когда слышу эту песню, но не получилось, не дожали». Она не про громко совершенно. Хотя Юлиан и пытался исправить ситуацию, но все равно не получилось, объяснила Гузеева. При этих словах Гузеева не смогла сдержать эмоции и разрыдалась.